Фонтан в столице Хорватии в честь Дня России подсветили цветами триколора, сообщили в посольстве Российской Федерации. Самый большой фонтан Хорватии расположен в одном из районов Загреба. Предложение подсветить его поддержала администрация города. Именно там в середине 2020 года проходили саммиты и встречи во время председательства Хорватии в Совете Евросоюза. Подобная акция состоялась впервые до этого события. Еще 4 посольства удостаивались своего национального флага. Вечером 12 июня вокруг фонтана собрались как местные жители, так и граждане России. Передали в посольстве Российской Федерации. Вот так лилась вода из фонтана. Красиво вообще. Не знаю, как они сделали это, умудрились, но красота. Здорово. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, которые происходят в нашей стране.